Ну что, вы поняли, это To The Moon, ребята. Это чистейший To The Moon, как всегда. С вами Гриня. Нахожусь на каком-то очень прикольном приватном фестивале. Сам до конца не понимаю, на каком. Но давайте пройдемся немножко по нему, я вам что-нибудь расскажу. Расскажу я вам, что... Что, собственно, надо почаще отвлекаться от этих графиков, блин. И заниматься чем-то еще. Например, ездить на такие прекрасные мероприятия. Или просто быть с семьей, близкими. Вот, потому что фишка в чем? Если постоянно трейдить, то в лучшем случае будешь без убыток выходить. Это я вам точно говорю по опыту, знаю. Хотя у всех, конечно, по-разному, наверное, но, по-моему, так. Напишите в комментариях, если у вас по-другому. Вот, а если трейдить редко, с умом, с расстановкой, позиционно, по черепашьи, там, типа, раз в квартал. Понимаете, что реально, вот глобально, если вы будете делать 4 трейда в год в маленьком плече, или даже без плеча, кстати, дисклеймер, на споте вообще самый ништяк. Если вы будете на споте делать 4 трейда в год, таких макро хороших движений брать по 100%, например, а это не дофига для крипты, то как бы все, у вас будет... 400%, а это как бы 5 иксов для тех, кто умеет считать. Поэтому вот что я вам хочу сказать. Не надо постоянно, особенно если у вас пошла череда стоп-лоссов или убыточных сделок, не надо постоянно, вон мало какой едет, не надо постоянно, короче, пытаться отыгрываться, потому что это все ведет к сливу депозита. Ведь иксов можно сделать сколько угодно, а слить достаточно всего 1 икс, и вы все в крышесносном нуле. Поэтому вот, смотрите, чувак очень прикольно играет Ambient. И все, на этом моя речь окончена. Всем профитроли. С вами Гринич. Это Арт Ковчег. И все такое.